Эту книжку, сборник «Сибирские частушки», выпущенный западносибирским издательством, подготовили к печати новосибирские композиторы и артисты, братья Александр и Геннадий Заволокины. В нее вошла только часть из той уникальной коллекции свыше 10 тысяч частушек, которую они собрали в различных деревнях и селах Сибири. Многие песенные миниатюры вошли в репертуар самодеятельных коллективов и профессиональных артистов, звучат по всесоюзному радио и телевидению. Братья продолжают поездки по родному краю, собирая удивительные образцы народного творчества. В одну из экспедиций за частушками в деревню Чаус на севере Новосибирской области мы отправились вместе с Заволокинами. Здесь в сборе частушек активное участие принимает доярка колхоза имени Кирова Таисия Николаевна Калугина, ее 70-летняя мать. Геннадий, вот вы с Александром посвятили свою жизнь собиранию и пропаганде сибирской частушки. Что самое интересное для вас в этом поиске? Встречаясь с сельскими тружниками, как-то по-особенному ощущаешь, насколько талантлив наш народ. Ведь каждая частушка – это маленькое поэтическое произведение с каким-то своим поэтическим языком, неповторимым образом. Причем частушка в постоянном движении, она не просто о вчерашнем дне, она постоянно развивается. И вот сейчас мы хотим спеть частушки о сегодняшнем дне нашей Сибири. Ох, сири-бири-бири-бири, мы споем вам о Сибири, сири-бири-бири-бирятую про Сибирь богатую. Ох вы! Ох, сири-бири-бири-бири, понастроили в Сибири, сири-бири-бири-бири-барок свой научный городок. Что городок? Бам, Сибирь строят!